Двухлетнюю годовщину событий 2 мая 2014 года одесситы отметили траурной церемонией на Греческой площади. По инициативе активистов Майдана представители нескольких христианских конфессий отслужили панихиду за упокой душ погибших. Священнослужители 5 христианских церквей Украины объединились в общей молитве. Следуя евангельским заповедям любви, смирения и прощения, они призвали одесситов помолиться о душах всех погибших с обеих сторон. Ми схиляємо свої серця перед пам'яттю наших земляків, наших одеситів, невинно вбито і заживо спалено близько 50 чоловік, а це точніше 48 чоловік. И близко 200 тяжко поранено. В молитвенном единении вспомнили и тех, кто погиб за 2,5 года на Киевском Майдане и в Донбассе. Несмотря на мирные соглашения, печальный список с каждым днем увеличивается. Молимось за спокій душу вбієних рабів Божих, які загинули внаслідок кривавих подій у місті Одесі. На Майдані Небесної Сотні, які загинули на сході нашої батьківщини, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Главное же, о чем напомнили служители церкви, сохранение мира и согласия в обществе, умение разрешать споры словом, а не оружием. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».